Спорт вместо наркотиков. В Махачкале прошел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивный праздник организовали на стадионе имени Елены Исинбаевой. В заданиях на эрудицию, ловкость и сноровку соревновались ученики Республиканского центра дистанционного обучения детей-инвалидов. В нашем центре обучаются 354 ребенка со всех уголков Дагестана. Обучение у нас проходит дистанционно. Сегодня мы собрали детей, которые из Махачкалы и близлежащих городов на этот праздник. Такое мероприятие мы проводим практически ежегодно. Дети получили возможность провести время на свежем воздухе и восполнить дефицит общения со сверстниками и учителями. Поддержать их пришли и танцоры, это хореографический ансамбль «Акташ». Завершился фестиваль визитом в Музей спортивной славы Дагестана.